Добрый день, уважаемые зрители, гости моего канала, подписчики, друзья. И сегодня я поделюсь с вами вот такой грустной новостью. Сегодня 12.04.2020 года, и в Российской Федерации умер публицист Александр Тимофеевский-младший. Он был внутренним критиком «Коммерсанта» в 1990 году. Об этом в Фейсбуке написала писательница Татьяна Толстая. Она не уточнила причину смерти. Тимофеевскому было 61 год. Александр Тимофеевский-младший, сын писателя и поэта, автора слов, песенки «Крокодила Гены». Тимофеевский окончил киноведческий факультет в ГИТО и начинал карьеру как кинокритик. В 90-х годах стал советником владельца издательства «Дома Коммерсант» Владимира Яковлева. Тимофеевский рецензировал проекты издательства «Дома», занимался разработкой концепции газеты «Коммерсант Дейли». Его называли главным идеологом «Коммерсанта Дейли» и создателем нового языка российской культурной журналистики. В конце 90-х, в начале 2000-х Тимофеевский вместе с Татьяной Толстой и Авдотьей Смирновой работал спичрайтером Кириенко, Чубайса. Также Тимофеевский был одним из создателей газеты «Русский телеграф», шеф-редактором журнала «Русская жизнь». Вот такие вот дела, ребята. Умирают, уходят люди из этой жизни по разным причинам. Господь забирает. Ну, что я могу сказать? Только Царство Небесное, земля ему пухом, а всем нам желаю здравия и много лета, чтобы никакая болезнь, никакая эпидемия нас не взяла.